Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою обширную серию видео по различным методам лечения заболеваний суставов. А также в некоторых видео я рассказываю о различных полезных продуктах и добавках, которые помогают снизить воспаление суставов, восстанавливают суставы, а также данные добавки позволяют продлить жизнь суставов. Я уже снял несколько видео по этой теме о очень полезных и необходимых добавках, особенно для лиц, которые после 40 лет. Ссылки на эти видео появятся в конце данного ролика. А сегодня очередная 100% полезная добавка для суставов, для кожи и для позвоночника. Называется она коллаген. Главное достоинство качественного коллагена – это его эффективность, а именно быстрая и полная усвояемость коллагена организмом, поскольку он представляет собой низкомолекулярные пептиды коллагена. Это коллаген второго типа. И он используется в рамках заболеваний суставов, сухожилий, связок, которые связаны с воспалительным процессом, а также с процессами разрушения суставов. То есть с таким заболеванием, как артроз. Что же такое коллаген? Коллаген – это соединительный белок, который присутствует в коже, костях, хрящах, сухожилиях, связках, мышцах, кровеносных сосудах, внутренних органах и тканях. Он определяет состояние кожи, подвижность суставов, гибкость сухожилий и крепкость хрящей. При интенсивных физических нагрузках, а также с возрастом, возникает дефицит коллагена в организме, что приводит к потере гибкости, эластичности связок, а также к воспалительным процессам в суставах и болезненным ощущениям скованности при ходьбе, при движениях. Также дефицит коллагена приводит к развитию остеохондроза, артроза и прочих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому лицам после 40 лет я рекомендую на постоянной основе употреблять совместно с другими полезными добавками для суставов и коллаген. Очень важно купить качественный коллаген. Вот здесь вы видите коллаген 100% очистки. Я буду пить и коллаген. Буквально вчера я его только получил и буду с ним работать на протяжении примерно 2 месяцев. Какую дозу рекомендуют употреблять коллагена? В общем-то, никакого вреда при передозировке он не приносит и принести не может. Он бывает 2 видов. Коллаген животного происхождения и коллаген морского происхождения. И желательно, если у вас есть деньги, то чередовать эти 2 коллагена. Например, один курс пьете коллаген животного происхождения, как вот здесь. Изготавливается он, как правило, из говяжьих составляющих, то есть хрящей и так далее. И есть морской коллаген. Обратите на это тоже внимание. Итак, вернемся к дозе. Вообще, если вы найдете коллаген вот в таких капсулах, то там максимум в такой капсуле присутствует 1 грамм коллагена. Для профилактики этого достаточно, для лечения этого мало. Поэтому, если вы достали вот такой коллаген в порошке, то рекомендуемая лечебная доза коллагена примерно 6-10 грамм в сутки. 10 грамм, если в порошке вот таком, это примерно... Вот такая большая ложка с горой. Это 10 грамм. Он прекрасно растворяется в воде. Поэтому его просто сгружаете в воду, хорошо расколотили и в этот момент выпиваете. Как правильно его пить? Как правило, дозу делят на 2 раза, утром и вечером. Но все-таки в других рекомендациях его рекомендуют пить 1 раз. Например, перед отходом ко сну. И этот прием считается основным именно перед отходом ко сну. То есть вы засыпаете, а он начинает
работать и полностью усваивается в вашем организме. Просто за 40 минут до отхода ко сну берем необходимое количество грамм коллагена, которое вы для себя определили, опускаете в воду, раз-раз-раз, переколотили и выпиваем. Через минут 30-40 отправляемся спать. В лечебных целях в такой дозировке до 10 грамм ежедневно его рекомендуют применять не менее 3 месяцев. После 3 месяцев употребления, особенно интенсивного, желательно перейти или на другой тип коллагена, например, на морской, или сделать перерыв 1 месяц. И так можно работать беспрерывно, круглогодично с коллагеном, независимо от того, как вы принимаете хондроитин, глюкозамин и МСМ-комплекс. Сколько же стоит данный коллаген? Ну вообще, если вы купили, например, фирменный коллаген в порошке, то есть упаковку в фирменной распасовке, особенно очень хороших производителей, то цена будет в 2-3 раза дороже, чем я купил вот этот коллаген. Итак, здесь 300 грамм, представляете, 300 грамм. И стоит он всего-навсего у нас $15. Вот и все. Заботьтесь о своих суставах, о своем позвоночнике, о своей коже заблаговременно и будьте здоровы. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями данным видео и будьте здоровы.